Всем привет! Я, значит, у тебя в курятнике. У нас тут так это не жарко, холодно. Но на улице минус 18 было. Вот. И, в общем, вот закрываю дверь получше. У меня вот курочки тут очень много я порезала. И сейчас вот то ли мёрзну, то ли чё вот опять. Не знаю, ну, в общем, вот так вот забились. Такие вот стоят. Я принесла сюда, значит, пылесос. Все, иди отсюда. У меня тут козюля лазит. Не мешайся. И, в общем, у меня что здесь вот происходит? У меня вот такие паутины. Я, значит, один раз их смела немножко, попробовала. Ну, невозможно, летит пыль. И, в общем, прям можно задохнуться. И я решила, вот я сейчас немножко вот здесь пропылесосила. Сначала боялась, все думала, испорчу пылесос. Ну, думаю, может быть, ничего не случится с ним. Ну, в общем, вот так вот я хочу пропылесосить. Еще я хотела показать, что мы сюда поставили камеру, чтобы за ними наблюдать. У нас здесь лазают крысы, цыплята, да. У нас 3 цыпленка было, сидели в клетке. Они залезли, в общем, их передушили. Вот такая вот камера у нас здесь стоит. Вот на Алиэкспресс мы ее покупали. И еще вот сейчас сын проводил кабель, и вот там была такая дырка. А я не видела эту дырку. У меня 2 курочки сдохли, наверное, от холода, потому что минус 20. Там он достал, он говорит, вентиляция. Я стала с ним ругаться, он говорит, что это вентиляция. Вон какая щель, где вот дверь. Вот я пальцем показываю. Но мне кажется, достаточно этой вентиляции. Я вот стою в куртке, и мне холодно. Вот, ну, не знаю, их не переубедишь. В общем, вот такая вот пылища. И вот это все сейчас я буду убирать пылесосом. Потому что у нас здесь земля, мы не успели зацементировать. Вот эту землю они поднимают, все летит. И вот эта паутина, вот эта пыль. В общем, какой-то ужас. Вот, вот она у меня хулиганит. Пока не сломала пылесос. В общем... Так вот собирают пылесосом, потому что невыносимо уже дышать здесь нечем. Сейчас соберу быстренько. Вот. Ничего. Вот такие вот у нас 200 полей. Ну вот, здесь правда пахнет пылью, но все-таки вот я закончила работу свою. Тут вот это гвозди, вот это. Вот их никак не обметешь. Ну, вот так вот я обмела. Вот уже и камеру очень стало видно. Вот. Ну, окошко это там с той стороны. Это надо убирать там и это мыть, убирать. Вот. Надо будет тоже убрать. Ну, в общем, и потолок, в общем, вот так вот у меня убрала. Вот все мои ругаются, что вот у куры они замерзли. У нас сейчас минус 18, но что, не знаю вообще сколько было, 25, может быть. Здесь вот такая дырень. Вот я сейчас пока мешком заткнула. Вот они мне открыли эту дыру. Сейчас стала говорить. Они говорят, делай тогда сама. Вот надо было вот этот вот провод проводить. Делай сама тогда. Вот, говорит, что здесь нет вентиляции, поэтому твои куры дохнут. В общем. Я хочу одно. Совсем на деле получается другое. Я хотела, чтобы мне брудер тут сделал, муж мой. Он мне вот это вот тут нахимичил. На полу холодно. Вот. Убирать я сейчас не буду. Еще месяц. Сейчас март месяц. В конце марта, апрель, в начале апреля будет тепло. Я буду убирать это все. Потому что я пробовала убирать. Это бесполезно. Начинается пыль. Пыль поднимается наверх. Здесь невозможно дышать. Вот. Ну, в общем, пока я оставлю так. Я вот накидала тут сено. Сейчас еще достану. Я просто сверху сено сюда им накидаю сейчас. Вот. И, в общем, не буду ничего трогать. Вот. И, в общем, ну, вот так вот. А вентиляции, я вон смотрю, здесь достаточно хватает. Здесь вон, вон дыры прям насквозь идут. Отсюда не видно, тут подальше, вот, светится, вот дыры, вон прям, вон там, где потолок, светятся дыры, так что вентиляции хватает, вон, где дверь с
улицы тоже какая щель. Тоже, считай, вентиляция. Вот, в общем, тут вот по всему периметру, где вот потолок, здесь везде вот есть дыры вон. Вон они, насквозь светятся. Так что вентиляция есть. Я сейчас хочу достать сено. Сюда накидаю им сено. Вот у меня, я туда вон кормушку поставила. Эти курочки. Это гоняет, как и козюлька. Цыплят. А тут вот отруби у меня стоят. Здесь зерно везде накидала им. И отсюда они не высыпают. И так удобно вот в этой ванне их кормить. Они залезут, пошурудят, покушают, снова вылазят. А в те кормушки, они такие неудобные, потому что постоянно приходится вытаскивать из них. Они вот что делают. Все, в общем, что там, все в кормушках. Я сюда просто, они просто стоят, я туда не сыплю. Вот, у меня козюля пробует на зуб, мой пылесос. Так, ну пойду отнесу пылесос, потом я его помою. То она мне сейчас его еще продырявит. Вот, ну, в общем, потолок вот такой у меня стал чистенький. Вот, ну, окна посмотрим уже, я не знаю, сейчас бесполезно. Мы сегодня плюс 18. Вот сейчас я, значит, достану сено, сюда им накидаю. Нет, я сейчас зайду в этим... Сейчас. Достала сено, вот. Это я уже там с пола подняла на чердаке. Сейчас на пол им накидаю. А вот так у нас в сарае укос мёрзнет вода. Вот. Я просто меняю. Бывает по два раза. Вот. Вот здесь вот они, у меня козочки. Вот кушают. Ну, здесь так не холодно. Здесь не отапливается сарай. Даже вот есть щель, чтобы когда дверь закрыта, я ее плотно закрываю. Открываю. Вот, чтобы немножко воздух ушел, я не стала замазывать эту щель. Ну, чтобы выходил плохой воздух, в общем. Ну, вот эта козочка. Скоро она у меня должна как окатиться. Или... Нет, это же не кошка. В общем, принести козлят. Вот, она у нас беременная, выемечка уже наливается. А какой день, вот надо будет караулить. Вот она у нас кушает. Моя козлюша. Молодую козу мы зарезали, у нее вымя больное было. Большое такое, как ведро, ну, в общем, больное. Я ее зарезала, мы ее съели. Этого козла тоже зарезали. Я вообще хочу, если уже оставить козочек, я хочу вот этих вот козочки эти родят. Если все будет хорошо, останутся живые. Вот. Другая козочка кушает, как бы ее снять. Вот. Это тоже, по-моему, беременна. У нее тоже вымечка наливается. Вот. Я хочу козлят маленьких. Если останутся живыми, я их оставлю. А этих на следующий год я, наверное, зарежу на мясо двух пущу. Она у нас все-таки это как-то она и дышит тяжело каждый год, каждую зиму. Мне что-то кажется, и надо, что они легкие больные. В общем, ну, в общем, вот. Они у нас уже сколько? 5 лет будут, эти козы. В общем, если я захочу оставить козлят, то я буду обновлять уже стадо. Этих коз буду резать на мясо на следующий год. Вот сейчас, в общем, я... Вот, чтобы у них холодно не было, я дверь открываю. И вот так дверь завешиваю, вот занавеску. Они туда-сюда ходят мне. Я вот с чердака доставала такое здесь зеленое сено, которое мы косили. Ну, вот уже все съели. Вот, но еще месяц осталось. У меня там на том чердаке еще есть сено. Протоптали, вот мы им... Прочистили дорожку, там веточек бросили, они туда ходят, веточки грызут. Вот. И здесь, значит, я уже немножко накидала, приготовила кормушки. Вот. В общем, сено вот накидала. Им сейчас вот то сено, которое на улице валяется, принесу, вон туда еще в угол брошу. Приготовила им кормушки. Сейчас вот сюда поставила кормушку, почистила. Наверное, сюда поближе надо, чтобы не насрали сюда. В общем, ну вот так вот они у меня зимуют. Мы что, поставили камеру, потому что они у меня
лопают яйца. Что делать, не знаю. Надо какую-то делать такую вот для яиц. Не знаю, что съедают яйца и все. Я не успеваю бегать. Хоть даже смотрю в камеру, за ними слежу. Не успеваю бегать. Сейчас принесу сено свежего, положу сюда. Мы уже и накрывали. Я уже вот эту фанерку ставила сюда, как домиком делала, и закрывала. Не знаю, надо что-то придумать другое, как на фермах не, вот эти клетки есть, где куры сидят и несутся туда. Наверное, что-то надо такое придумать, чтобы мои куры не съедали яйца, чтобы вот они туда заходили, неслись, яичко скатывалось, яйцо скатывалось и оставалось целым. Да не надо будет бегать и, в общем, смотреть. Да, ну, в общем, мои куры вот замерзли. У нас минус 18. Ночью будет еще хуже. Вот, в общем, ну, так вот сено. Сейчас я зерна им насыплю в эти в кормушки. Сено еще вон туда сейчас в угол накидаю, чтобы потеплее было. Ну, вот так вот они у меня вот сели, сидят, греются. Холодно. Курочкам все-таки надо тепло. Вот. Вот я закончила сегодня работу свою. Козлику мы так и не сделали здесь кормушку. Но я вроде как не хочу его здесь держать. В общем, посмотрим. Вот так складываю ему сено. Вот. Сюда положила, сюда положила. Так, принесла зерна, вот им насыпала, клюет. Курочки мои. У меня здесь вот дыра в двери есть. Дверца такая маленькая, специально для курочек. Вот я жду еще месяц, и будет тепло, и я их буду выпускать. Они у меня бегают на уличке, на солнышке. Вот. Ну, вот так вот я сено накидала им. Вот. Не знаю, ну, мерзнет. Вон курочка села, лапки греет. Холодно здесь, прохладно все-таки. Пара так нету изо рта, но прохладновато вон. Они вон сели, курочки, и греются. Вот. Холодновато. Вот я накидала им сено. Зерна вот насыпала в кормушку. Вот. Пока здесь они у меня тут не спят. Они спят вот на этих двух шестах. Поэтому я здесь поставила кормушку. Вот. Здесь они тоже не спят, поэтому здесь кормушку поставила. Ну вот, ковыряются. Какие замерзли курочки, садятся, лапки греют. Я не знаю, как мне отапливаемо. В прошлом году у нас не отапливаемо было. У меня куры еще хуже мерзли. Вот. Ну, в общем, вот сегодня так. Морозец дает все-таки жару. Сказывается. Может быть, там сейчас сверху, сейчас вот тоже вот здесь закрою, чем-нибудь приткну, чтобы меньше дуло. Вот. Ну вот, вот так мы зимуем. Уже весна вообще-то, ну холодно, холодно, минус 18 сегодня у нас. Уже повторяю 10 раз, жалко мне курочек, конечно. Скорее бы уже тепло. Я как открываю дверь, они у меня бегут. Сегодня выбежали, я их давай загонять. Вот, вот. Козюлька тоже кушает. Вот. Ой. Ну ладно, всем пока-пока. Я перевернула камеру. Вот такая вот вся замушканная. Вот, ну ладно. Всем пока, до свидания.